Спасибо огромное. Джафар Халилов, Тимур Нурлабеков, Халил Бразерс. Следующая композиция авторская, называется «Контрасты». В жизни очень много контрастов, и, как и вот, ну, бывают люди разные, бывают жизненные ситуации разные. Композиция называется «Контрасты». Thank you.
Джафар Халилов. Спасибо огромное. Все вместе, Халил Бразерс. Я в самом начале говорил, что мы будем обращаться к кыргызскому наследию, и мы хотим исполнить замечательную композицию, которая называется «Сарыой». Нам это очень понравилось. Я думаю, что вам тоже это понравится, Сарой. Thank you.
Спасибо. Следующая композиция. Знаете, мы хотели бы сказать несколько слов об этой композиции. Мы очень часто бываем в Европе, играем концерты. Играли в турне в Брюсселе, в Амстердаме. И посчастливилось побывать в Париже. И нам очень это понравилось, и архитектура, мы гуляли по этим улочкам замечательным, это все. И в связи с событиями, которые недавно произошли в Париже, трагический этот пожар, вот, мы придумали такую композицию, которая называется «Каприз Токай» или «По улочкам, прогулка по улочкам Парижа». Thank you.
Спасибо огромное. Джафар Халилов, бас-гитара. Тимур Дурлобеков, перкашн. Джасур Халилов, гармоника. Как я уже говорил, мы будем обращаться и к своему фольклору, к своей таджикской народной музыке. И сейчас прозвучит наша народная, очень знаменитая народная песня «Гулумы», очень популярная в нашей интерпретации. Композиция называется «Гулумы», что в переводе «мой цветок». Ну, так философично сказано. Видимо, о любимой. Тимур Нурлабеков. Джафар Халилов.
В заключение мы хотели бы исполнить еще одну кыргызскую очень популярную песню, которая называется «Издей синим». Спасибо огромное. Халил Бразерс, Тимур Нурлабеков, Джафар Халилов. Халил Бразерс.
Халил Бразерс еще раз!